Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои прекрасные подписчики! Сегодня у меня очень интересный день. Я иду за тарелочками, которые ко мне пришли. Это фарфоровые тарелочки из Англии, ну и из Франции, конечно, из Лиможа. Вот. И я предлагаю вам пойти со мной на прогулку, как раз мы пойдем с вами до почты. Мы проходим московскими дворами, двориками, и вот уже за деревьями сейчас мы окажемся у Шевского дома. Подходим к нему ближе. Это историческое здание в районе Хамовники. Комсомольский проспект 13. Он построен в конце 18 века на основе палат конца 18 века, на основе палат начала 18 века. И он построен в духе раннего московского классицизма. Парадный вход украшен колоннами с двумя пандусами с двух сторон. Видите, для того, чтобы сюда подъезжали кареты. Дом очень необычный, и сейчас я вам по дороге хочу немножко рассказать про его историю. В 1624 году в это место из Твери была переведена слобода дворцовых ткачей, поэтому вся местность получила название «Хамовники», так как слово «хам» на древнерусском означало «полотно». Шевский дом был выстроен на основе каменных палат, располагавшихся на территории владения Абрама Федоровича Лопухина, брата первой жены Петра I, Евдокии Федоровны. Евдокию Лопухину заточили в монастырь, самого Лопухина казнили, а усадьбу Лопухина конфисковали и передали Джону или Ивану Павловичу Тамису, совладельцу и директору хамовнической полотняной мануфактуры, находившейся неподалеку. В 1770-80-х годах на основе палат был возведен дом в классическом стиле. Его построил архитектор Гейден. В начале 19 века дом был выкуплен военным ведомством под квартиры для высших офицеров, а также на случай приезда из Петербурга высокопоставленного шефа полка. Отсюда и пошло название дома «Шевский дом». Проект комплекса зданий-казарм, общих в классическом стиле, был разработан в 1807-1809 году петербургским архитектором итальянского происхождения русским. А строительством руководили архитектор Казаков, сын знаменитого Матвея Казакова, и Таманские, которые перестроили старый дом Тамыса, а также включили его в общий ансамбль казарм. Сегодня на Комсомольском проспекте мы видим именно этот фасад со встроенным ионическим четырехоконным портиком. Сто лет тому назад здесь было подворье Чудового монастыря. И улица, шедшая от Крымского моста, он там дальше за церковью, до этой церкви называлась Чудовая улица. Чудовкой. Сейчас это Комсомольский проспект. И вот смотрите, вот здесь вы видите хамовнические казармы. Мы пойдем мимо них. И вот как раз почти напротив них вот расположен вот этот дом, который назывался Шевский. Вот это все место было большим хамовническим плацем. И знаменитый декабрист Александр Николаевич Муравьев, полковник гвардейского полка, временно расквартированного в Москве. Это он основал Свободолюбивый союз спасения и стал членом Союза благоденствия.
Его квартира и была одним из тех мест, где в Москве встречались члены тайного общества. В этом доме бывали Никита Муравьев, братья Муравьевы-апостолы, Якушкин, Шаховской, Фанвизин, братья Перовские. Здесь много говорилось о страшных проблемах России, о крепостном праве, самодержавии, военных поселениях. Чаша терпения была переполнена. Люди, участвовавшие в Отечественной войне 1812 года, чувствовали к императору даже ненависть. Обо всем этом говорилось на встречах, их называли совещаниями в Шефском доме в квартире Муравьева. Сослали Муравьева в Якутск. Чинов и дворянство, однако, не лишил государь. Жена за ним с малым ребенком, четырехлетней дочерью, кинулась. За Александра Николаевича в Петербурге и в Москве хлопотали неустанно, а более всех боролась за него любимая теща, княгиня Шаховская, и в результате добились общими усилиями относительной свободы. Александр Николаевич подал прошение о возвращении на военную службу. Сражался в действующей армии в Крымской войне, стал генерал-лейтенантом. Потом, после войны, сделал много для освобождения крестьян. Непосредственно принимал участие в том. А перед вами манеж, расположенный напротив казарм и решенный в этом же стиле. Шефский дом, казармы и манеж – это и один и тот же архитектурный ансамбль конца XVIII – начала XIX веков. И ценен он не только как памятник архитектуры, но и как наше историческое прошлое. Вы видите кланчу, который возвышается над пожарной частью. Все они входят тоже в комплекс зданий. В 1925 году казармы получили новое название «Фрунзенский» в честь Михаила Фрунзе. И сейчас они по-прежнему принадлежат Министерству обороны. При советской власти в Шефском доме находились коммунальные квартиры. В одной из них жила моя одноклассница. И я даже не раз была у нее в гостях. Но в 70-х годах 20 века в Шефском доме произошел ремонт и разместился Союз писателей Советского Союза. А вот в подвальном помещении сделали ресторан, который работает до сих пор. Правда, за эти годы не раз менялись и владельцы, и названия ресторанов. Но мы продолжаем помнить о нашей цели и идти на почту. А по дороге мы встречаем чудесный цветочный магазин. Очень люблю сюда заходить и любоваться очень красивыми букетами. Но здесь всегда лето, всегда лето. А я, как вы помните, начала снимать очень давно, еще когда была осень. И были листья на деревьях. Ну а сейчас уже зима. Вот. Шла на почту осенью, а обратно возвращаюсь. Уже зима. Никак не могла раньше. Первый раз купила тарелки по Инстаграм. И сейчас иду их получать. Это наша почта. И сейчас я получу свою открыточку. Ой, посылочку. Смотрите, у нас чего только нет.
Даже джем есть. Вот и моя посылка. Сейчас я ее получу. А сколько я вам должна за пакет? Ну, а сейчас я не буду вас долго томить и покажу, что же я получила, что я купила. Это тарелочка Лимож, и на ней изображен знаменитый замок французский Мальмезон. Ну, а чем он знаменит? Он вообще очень знаменит и вошел в историю не только Франции, но и в мировую историю. Ну, а чем он знаменит, я скажу потом. Вот, посмотрите, какой замечательный букет. Художница Булье. Производитель этой замечательной тарелочки Рояль Альберт, и называется он «Викторианский букет». Ну, вы знаете, я люблю все что-то покупать со смыслом, или мне очень понравилось, сразу я залипаю прямо на этот предмет, или со смыслом. Так вот, это очень интересные тарелочки, ну, а историю я их расскажу вам в следующий раз. До встречи, мои. Да, вот так и бывает. Видео я снимала еще месяц тому назад, а смонтировала совсем недавно. Спасибо, мои дорогие друзья, что мы вместе. Здоровья и новогодних чудес каждый день. Обнимаю. До встречи.